приехали буквально час тому назад из Полтавы, и буквально через 2 часа едем в Сумы. Это в Украине акция такого рода, такого масштаба, да, она впервые происходит. Она в себя включает, ну, много различных составляющих. Одной из самых главных, которых является наше движение по 17 детским домам по территории всей Украины. Мы некоторое время тому назад начали сбор помощи для детских домов. То есть это вещи, это различные товары буквально первой необходимости. И мы их туда доправляем. Вторая составляющая, ну, наверное, все-таки является информационная. Ввиду того, что мы хотели бы, чтобы люди перестали там ругаться из-за цвета флага, трусов, я не знаю, чего угодно. И объединились ради того, чтобы наши дети, то есть, ну, по крайней мере, те дети, которые явно не защищены и никоим образом ни в чем не виноваты, могли бы себя ощущать в тех детских домах, в которых они проживают, ну, нормально. То есть в данный момент в автопробеге принимают участие 8 человек. Это 3 автомобиля. Кстати, автомобили очень простые. 14 дней. Экватор у нас получается в Ужгороде. Весь пробег состоит из, кроме Полтавы и Харькова, это Сумы, Прилуки, Киев, Житомир, Луцк, Львов, тот же самый Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Винница, Умань, Одесса, Запорожье, Днепропетровск и Кривой Рог. И финишируем мы 14 августа в городе Комсомоль, собственно, из которого это все и началось.